Укладка асфальта в мороз возмутила жителей Ордо-Басинского района. На кадрах, облетевших соцсети, дорожное покрытие в селе Шубарсу стелят в декабре. По словам местных жителей, при такой погоде проводить такие работы нельзя. Укладка асфальта в зимний период – не что иное, как деньги на ветер. Местные жители обвинили работников коммунальных служб в халатности, а чиновников – в неэффективном расходовании бюджетных средств. 7 декабря в Шубарсу Ордо-Басинского района Туркестанской области только вчера выпал снег. Вот прокладывают асфальт тонким слоем. Они это делают специально. Делают ради того, чтобы сделать. Они просто укладывают асфальт поверх воды. Что там находится под асфальтом, неизвестно. А кем Ордо-Басинского района? Вы это делаете ради галочки? Это делается ради освоения бюджета? На нашумевшие кадры отреагировали чиновники. Они заверили, нарушений нет, все выполняется строго по технологии, а за температурным режимом на месте следят специалисты технадзора. Перед школой имени Исламкулова ведутся работы по укладке асфальта на стоянке для автомобилей. В соответствии с техническими требованиями работы проводились специальной техникой. Если температура асфальтобетонного материала на участке составляет 130-150 градусов, а по требованию выше 120 градусов, допускается производить укладку асфальтобетонного покрытия. К слову, за ремонт дороги компания получит 106,5 миллионов тенге. Куркем Сибалиева, Абзал Торабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.